Еще не все тут. Ну, смарт, скорее всего, сначала будет бафать все... прото, прорицатель будет бафать крест. Значит, либо каска, либо амберис. С амберисом, да, решить. Джерин, закинь Олега в восьмую группу, пожалуйста. У меня уже достаточно таких предметов. Клод, а ты кулаки, получается. Хорошо. Давайте. Фишки распределились уже, да, паладина я слышу, так что все, давайте я просто чек. Я еще бафаю. Я релогнусь, быстро. Готовы на пол, вы даете на кивену. Погнали. Хоть раз. Ты залить. Хотя помогите залить шип. Фурик лежит. Две пары сапог. Руки, сапоги. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще... Тима, я релок. Нужно подойти поближе.
Сразу, блядь, на Мишку и на кота. Давай бесплатно. Почти так. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Беги, малышка, беги! Кролики, дайте СС. Чё? Да, Джерри нас спросил, кролики, дайте СС. Не. Дайте капли. Погоди, сейчас ману утопью. А, кто там спекнется в БДК? БВ и Вячеславе. У кого-то есть? Вячеславе спекнется. Два БДК справа. Наоборот, слева. Слева стол. Было справа. А чё, мы снимаем? Да. А ещё расскажите, кто куда, пожалуйста. Ты имеешь в виду беда какие, куда или чё? Да, там по группам я прослушал. Группу я еще не называл. Натуралы налево, не натуралы направо. Первый фон. Ой, знаешь куда? Третья слева бьет, вторая, четвертая справа бьет. Все. Но. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Ты не в силах противиться моей воле. Контроль. Да, Фьора, ВВ. Листы диспель телени. Диспельте овцу с Фьора. Вот я, ты на ком? Наш блин. На полене. Сам ты на полене. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах противиться моей воле. Что вы? Не бьем пока. Геру кради. Угу. Прикольно. Когда я не знаю. Топайте по боссу. Топайте по боссу, бейте трэш.
Санчо 2 БДК, и фанатик срывается в рейд. Как так? Кстати, контроль по мену, то по носку. Спускайте меня вниз. Трэш, это чеки за духом. Трэш, убейте. Челочка, притворись с мертвым. Спрут, прожми срезку или как там называется. Ну, прожми, короче. Давай зеленку сливай. Понятно, фламбу подними, мана удар. Бейте, трэш. Вышел. Духи смотрят. Ну ладно, с тобой бух не страшно, я один бух. Точка, притворись мертвым. Бейте, бокус. Вступай во тьму, вечную тьму. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Мальте шею. Кольцо. На успех можно? Не успехаться всего? Да. Виталий, ком, ты сейчас забираешь кольцо, ЕП не получаешь на другого персонажа. А, тогда не надо. А, ну все уже. Передашь кому-то это кольцо. То есть, если ролишь в этом рейде, то уже ИП на другого не получаешь. Ну, понял, я же не знал. Не предупредили меня. Олег всем говорит читать правила, когда в дельте принимают. Там они есть в РК, ВКонтакте, везде. Тогда ГП дайте за то, что не прочитал. Чё ж тут? За это не дают ГП. Мне просто там говорят, но если это повторяется несколько раз, то тогда дают быка. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан... Все, слышу. Там просто типа на кого ролишь, на того ИП получаешь.
Бой висит. Я знаю. Где мой петраж? У меня склад с ощущением, что КВ первый раз танчит целка за ДК. Нет. Что, он не знает, что дракона надо вести к лестнице, пока бьем маленький трэш? Ты не так критичен. А ты зачем его мордой в рейд повернул? Ну, то же самое. Что? Ну, как бы, без разницы, куда его вести и как бы... Так, кто хочет садитесь в эти пушки, кроме танка, как его? Кто это говорит? Это твой протопал говорит. Воспряньте! Стухой. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Сейчас посмотрим, как вы трэш на сорке будете танчить. Кто? Танки. Опять тянут скилл за 5 секунд. Два по бафнике проект, два по нет. Там такая тема есть, называется удар смерти. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Ардету делать нечего! Лично я повесь, чуток я не вижу корабля. Что там с сан бывает? О, я до сих пор вешу. Слышно вообще или нет? Там бы кто-нибудь потанчил. Короче, блять, я уже у сука стою, как. Дима, ты читер? Не знаю, это сервак залагал или чё. Зебра убил. Ты же не хилил. Ха-ха. Только зебр сама хил. Только зебра пока. Вообще-то я сова. Просто я жвала. Я не могу сказать. Просто ты войды не можешь передамажить. Ну что? Да тут меня не перехилишь. Перехилю. А еще я лучше тебя танчу. Бля, а я вчера топал за вас. Выпал. Ах, вы паразит, я еще убился. Ах, вы. Все. Ну, вставай быстрее, беги. Я офаюсь. Да. Да мне ничего не надо. Не могу я встать. У меня 2 хп из 27 тысяч, и я на самом дне локации. Так ты отмени дух. Да нету духа, ничего нету. 2 хп у меня. Но ты лошадь. Белок, если пропишешь, тебя на кладбище кинет. Я даже могу бежать, я бежу. Не вижу сундука, так что кто-то... Там раздаст лут. А суманите еще раз. А все уже. Ты сдох. Дайте, пожалуйста, бафы и рыбу. Да
конечно, ты, наверное, Слава, эти банки пьешь на боссе. Да ты че, никогда манги не пил. Да ты че, он гордится тем, что он их не пил. Да нет. Сранишь. Так круто с высоты птичьего полета смотреть, как твой мелкий прист прыгает с двумя хп под одну целка. Ты релогнешься или чё? Мы только тебя ждем. Я не могу релогнуться, я прописал релог, не помогу. Ты Альтер 4 прижми. Либо клиент закрой и зайди снова. Так, интересно. Бафните пока точно друидов. На роге вам топор нужен. Сейчас не прорыли. Сейчас это точно бафну, ну-ка. Я не знаю, кому там что нет, я не вижу сундука. Вот там роги топор, наверное, нужен. У него собачки. Вот бафнул. На самом клацните. Топор надо бить. Кому надо? Сейчас я дам инту, все равно там нету с нами рокстеры. Все здесь. Что тут? Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим! Трэш по приоритету. Я не знаю. Что-то никому не надо было. У меня просто. Да, сначала подавителей. Что ты вроде этот написал, друид. А, вот. Нов. Джерион, кинешь это. Паладину? Кинь на ролл, я тебе кинул что-то все. Назвали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам. Угу. Ройте счет. Безопасности в городах. А монету я на ГС себе оставлю. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через тело... Что, это на Майн? А он Барон? Не, это на Офуба, по-моему. Выжил, мой сын остался... Этот? Он попал, ты на Офуба, на Майн? Сегодня я исполню это обещание. Жбейте, когда войско дать я скажу, Геру дадите, как его поставят. Напишите там секунду, три, до пола. Мы уже, может, пить. Все, погнали. Извинитесь, слуги мои,
Тебе я забираю. Ой, сколько его. Можно я это Долоран протонусь, там щит и дробежку возьму. Ритель Гера. Смарт-кил. Роль протопала, когда бить с рука. Побежать через все порталы, вот эти вот, открыть ловушки и запустить портал. Рев, слышишь? В Долоран можно я протонусь с дробяшкой и щит возьму? Чё ж это, Боря, вчера ты не упала? Чтобы она никому не досталась. Почти. Не трожу.
Я отойду на одну минутку. Я думал, у меня проблемы с РК, что все молчат, блядь. Че тебе говорит? Бить трэш? Бить трэш. Да непривычно, что флуда даже нету. Ну как? Так пофлуди. Не хватает историк, наверное. Один он флудил уже молчит. Пабл прожми. Что-то ему не нравится, да? Отводите, там вторая идет. Забирай, забирай тебе. Загрите кого-то. Ведь на той стороне ловушку. Мне уйти от нас. Зангро. Лутонишь потом собаку. Давайте на ранжа. Два шипа, нет, три шипа. Три шипа, два ханта это 5, сова это 6, 7 протопал и 2 эльма это 9. Весовы. Тогда две совы и один эльм. Длинноухий или... Фабрилиция, кто хочет. Мне все равно. Все, все готовы. Фабриляция, писать тогда при работе. Под боссом остальные. Давайте, начинайте, что вы стали? Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи еды... Кювен, на себя босса немножко протяни. На себя, чтобы он в центре стоял. И когда он блюет, ты всегда забегаешь в его сторону.
чтобы он потом обратно не поворачивался, чтобы кот дамажил просто в спину. Ой, блюю. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Дайте ману черному лимону. Мамба, забери ману лимон. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Перчатки упали. Перчатки упали. Хорош. Только перчатки. Ангел, это не собаку. Шлем вроде. Ну это надо кому-то. На офспек. Да бери. Все, роль на офспек. А Фламбо у нас что, на эрдру ролит? На кого ты ролишь? Нет, он не хочет ролить. Я на кота ролю. Ну тогда ты ему вторую шмотку отдал. Я знаю, что это больше никого не нужно. Браться. Ну, потому что сапоги никто не ролит, не ролил. Если что, если ты не заметил. Может ролить шмотку, потому что то было как ненужное, когда он забрал на свой спек за половину. Все. Обновите, там чего не хватает, чека. Виталик, он ты готов? Все готовы, начинаю. Гаю. Измели зоны. А нахуя вы две в одну точку ставите? Давайте три поставим, так сдохнем быстрее, блядь. Я берну. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово.
Кивы, как дела? Упал, как дела? Там 8 стаков не было даже. Спасибо, я знаю, поэтому я и спрашиваю, Холипал, как дела? А я думал, ты спросил про Топал. Ребята, хильте. Хилы хуйня, короче. Не, они в 3 хила, да? Ну, волна исцеления 9 раз. Поднимаю КВ, поднимаю КВ. Давайте гимнах. Даю. Блин. Че это за прикол? Холипал, ты дрочишь или ты хилишь, сука? 5,9. Тихо, это плечи. Меня это бесит. Да тут Холипалом 5,7 я все захиливал. Тут Холипал 5,9 не может БДК прохилить. Один Холипал. Гимноман. Потому что мы скинули стаки. Листы гимноман. Холипал, как дела вообще? Нихера. КВ захиливайте. Мне в сове хилить или чё, блять? Клич будет классный. Или не будет. Я говорил, мы видим. Хотя... В принципе, есть холиприст, так что все будет нормально. Холиприста не хилили, он блювал, его никто даже хоту не кинул, когда он блювал, и он умер. Крутые хилы. А есть вот... Кого КДНБ? У меня, у Аркона, у Кральки, у Фламба, у всех. Чё есть? Чё у Кральки? Самый... Ничего у Кральки. Кралька нуб. Самый ближайший БР у Акрона 6.40. 7 минут у меня показано. Да, 6.40. Вы сейчас были 4 хила? 3. Я умер 2 раза. Ты что, в начале умер, что ли? И в начале, и потом в середине. В начале как ты это умер? Да хер его знает, 2 споры было, я выбегал, вроде фул хп было, потом сдох. Ну потому что 2 споры это... Блядь, это... Не знаю. Это там... смерть. Это смерть, да. Две споры это 0 мозгов. Так, у тебя есть бица? У старопера есть же ДЦ. Старопера? Ну, сатарапера. Забыл просто. Старпера. Старпер сразу, да. Сатарарепа? Сатарарепа. А я думал, он сатарарепро. А он там вепе, по, точнее. Старпёр, короче. Не напрягайся. Пока такие сложные ники. Ну, короче, успех, если носок холи пристав, будем в 5 хилов, хуярий босс. Ты на приколе? Как синдру, стаки туда. Бля, пацаны, вы не видите хпс, поэтому я говорю 5 хилов. Ваше дело дамажить. И не обсуждать мои действия, окей? Вы себе просто дамажите и исполняете работу. Если я вижу, что не хватает хила, значит его не хватает. Нет, просто все играют на хпс, а не на захил фактически. И в танков костов не было вообще, только холипал и дом блюл. Тут рейд надо хилить до первой споры. Там после первой споры его вообще не пробивает. Тупо в танках стоишь, костуешь. Олег ГП за это давал, когда волна не было в танках, а только цепуха. 178 цепух, 18 волн. Заебись. Ты в квадрате. 18 волн это немало, кстати. Не надо никому...
Посмотрите, не надо никакого ассаса, ничего никому давать не надо, да, команды? В ЦЛК релится три босса, это Про, Синдра и Лич. Все остальное убивается на молчание. Вы это заметили. Я вообще ничего не говорил ни на каком боссе, кроме сейчас. Это просто, ну не знаю, зачем говорить проверни, не проверни, хиль, не хиль. Это и так делается. Вот тут надо поговорить. Не надо ничего писать на пен, я все скажу по команде. У меня есть рейдфрейм. Все готовы? Иди пей. Стопать будем, стоим в квадрате. Делаем ставки. Погри. Пойдет в лужу. Сирис, квадрат веди под зеленый экранник. Все в квадрат. У Миликов. Ну не, бей. Можете бить, там нормально. Да не надо стопать. Стопайте. А, стопайте уже. Стопайте и убейте слизня. Жарис к центру. Давайте теперь профа. Жарись к цели, у кого зеленый дебаф к столу ближе. Стали, у кого зеленый дебаф, квадрат. Квадрат. Зеленый дебаф. Бьем свои цели. Квадрат, сбежались, куда будем бежать? Квадрат, квадрат, в центр. Отлично. Бейте зеленого все речи. Я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Бейте профа, пельмени центр. Ведешь к зеленому кранику его. Бьют просто милики, вы бьете профа, пельмени центр, а РДД бьют этого. Милики, не бейте его, просто сразу бейте профа. Милики не стопают, не переключаются. РДД только бьют, бежит. Сейчас черный дым. На зеленом химические бомбы. Проведи его немножко от зеленого, поставь бомбы, а потом приведи назад. Забыл тебе это сказать, пельмени центр. Встали все в центр, стоим в квадрате. Сейчас будут пельмени. Давайте в квадрате. Сейчас будут пельмени и сместим все вправо. Вправо. Встали в квадрат. В квадрате стоим. БР ни у кого нету, да? 20 секунд на кровь. Он сдох. Где так? Красным сразу РДД играйте. Кстати, РДД по... Мирики, вы бейте профа. Беги, малышка, беги! Отлично, зеленый, иди под зеленую колбу с профом. Эти, все стали у квадрата. В квадрате стоим. Мини-центр.
Идите от него. Идите, профа. У кральки есть БР. Кралька, подымай аркон. Мини-центр. Папа, бьем, стали все, с кого зеленый дебаф в этот стол. Давайте по дебафу. Геру, давайте. Веру, веру. Вы... Чё, я красного бил, потом он там не приключился. Я по дебафу бил. Ты понимаешь, что когда идет ретаргет, и он кастует, то, блядь, миликом надо отбегать. А ты что, возле него стоял, что ли? Интересно. Ну, бля, милик, вар, конечно, он возле него стоял, он бьет по дебафу. Бля, мне что надо говорить, что надо отбежать вару? У вас нету мозга? Вара 6.7, нету мозга, чтобы отбежать при смене таргета? Мне надо это еще говорить? С атерарей получу домашний, я похилю. Лучше будет, наверное. По-моему, здесь нужен ДЦ. Там хулипал просто мертвый лежал почти весь бой. Но там хилинги втроем. Ну просто с атерарей по слабеньких хулиприст. А он хулиприст? Вы в пятером что ли хилились? Да, пятером вы хилили и нихуя красную метку не захилили, блять. Из-за этого мы упали. Там кролики 15, 14 кпс. Ну так сейчас меньше будет, блять, если я спеху. Ну, вообще-то, вот посмотрите, те, кто умирали, я на них сразу ход и буйный рост и омоложение кидала, но не было такого захила точного, то есть все равно не хватало. И, ну, не знаю. Ну, просто... Так что ты тут знаешь, блин, ничего не решишь. Спорь. Тут точечный захил нужен. Ты будешь покровительством хилить или что? Есть такой скилл, называется быстрое исцеление. Быстрое восстановление или как там? Момент. Блин, ты дурачок? Так метка красная. Так Ральки знает, как хилить войс. Что ты ей рассказываешь? Так я что-то говорю, что она не знает, что ли, или что? Я тебе... Ты говоришь... Нет, ты сейчас... Нет, стой. Ты говоришь, что спернешься в РДУ? Четыре хила. Но... Не надо никуда заходить. Мы будем учить... Закройте рот. Не надо никуда заходить. Мы будем учить Хулипала хилить. Вот. Хулипал умер от пельмени. Я знаю. Так как? Я не знаю, ну ты говоришь хуябенький. А чё, не хуябенький, что ли? На типа повешался. Тыкните на портал, скиз. Давайте тыкните на портал и уже убьем эту парашу, ёбаный в рот. Один-один. Слышишь, что я говорю? Давай, я спекнусь вместо сатарарепы. Надо никого, никуда спекаться. Смарт-кью, ты тут? Смарт-кью, ты тут? Тут ты. Так, смотрим. 23 человека не ФКшили, пока мы подходили, был вайп из-за этого красного пельмени. Если кто-то еще уйдет без предупреждения, курить, не знаю, что-то там делать,
хуйней страдать, бля, подрочить, включить порно на канале, вы получите 1000 гп, и меня это вообще волновать не будет. Чек. Меня это бесит, когда кто-то отходит. Двадцать три человека не курят, ждут одного курящего. Все готовы, пей. Ламба, лапу давай. Лапку дайте. Ману все равно не нужно. Именно поэтому я кот. Все, начинаем. Прожимки вставляйте на слизи. В квадрат ставим. Топнули по пробке. Растопнули. Милики, встаньте так, чтобы отлететь к РДД. К РДД. Это вот зеленый. Перебейте эту пропал. По зеленый дебаф встаньте в квадрат. Красный, готовимся. Ретаргет красный. Что-то я ничего не чувствую. Побить. Это еще откуда? Процент. И к кранику зеленому. Бейте профа. Вообще ни на что не отвлекайтесь. Профа бейте. Применится дант. ДД в красную. Отводи его уже от зеленой колбы. Отводи, отводи от зеленой колбы. Квадрат. Да-да. Смотрим. Центр. А, там нормально подлетели это все. Бейте все зеленым. Бейте пропа. Я по лимону кинул. Бейте пропа, бейте. Меняется. Бейте красного. Бейте, бьют пропа. Все пропа. Кол подвел бы его. Два зелен. Два слизня, да. Один. Не надо. Это не надо. По дебафам бейте.
инвентарист только от хилов не убегает далеко. На вкус, как вишенка. Стола стояли. Извините. Гиб не надо. Я спалю еще, все нормально. Бейте прикол. Могу поднять. О. Не видя ничего нет еще. Пельмени центр. Бейте пропал. Пельмени центр. Челочка харе столько уже, а? Чувак, прокиньте. Минит центр. Похитили. Ну проседает. Че ты хочешь похитить? Что там диван будет? Там не надо, пельмени ближе к дверям. Все паладины мертвые. Диван нет. Надо диван, ну чё? Бля. Все паладины мертвые. Если не пал. Все мертвые, протокол же не будут кинуть. Фокус без кидает. Рольки получили. Нет, тогда отхилится. Да. Он там на сколько? За стак? На 400. Дима, тысяч. Мне надо отойти на 2 минуты. Отхилится на 500. На сколько?